Всем привет! Сегодня я расскажу о своих палочках. У меня их довольно много, и они все разные. Сейчас расскажу особенные, о них расскажу в самом конце. Начну со своих первых палочек. Вот они. Мы их купили еще до того, как я начал заниматься барабанами. Мы зашли в музыкальный магазин и попросили палочки. Это модель 5B, они довольно тяжелые, поэтому я ими не играю. Эти палочки нам прислали вместе с барабанами, но я ими вообще не играл. И другим не советую играть палочками, которые мы пришли с инструментами в подарок. Как правило, они очень низкого качества. Сам я играю палочками Big Sur 5A. Они легкие, ими очень удобно играть. А также у меня есть две классных пары Промар. Они обе 5А, и я периодически ими играю. Эти палочки я взял ради интереса. Довольно распространенная фирма Хан. Нам их порекомендовал продавец в магазине. Но на самом деле я ими почти не играю. Идем дальше. А эти палочки особенные тем, что у них пластиковый наконечник. У них получается довольно необычный звук. Но ими я тоже довольно редко играю. А теперь самые необычные палочки. Эти палочки могут светиться в темноте. Они заряжаются от света. Если выключить свет, то тогда они будут светиться. Попробуем. Ну, эффект так себе. Вот эти светятся получше. У них есть лампочка, и они могут светиться тоже в темноте. И они загораются от удара. Вот так. Ну, тоже не особо видно. Эти палочки я купил больше для развлечения. А эта пара вообще непонятно какой фирмы. Я их купил ради цвета. На них прикольно играть на барабанах, но краска с них слазит. И тарелки по краям становятся красные. Ну, посмотрите, как облазят сами палочки. Но удовольствие я получил. А это еще одни цветные палочки. Фирма у них Zildjian. Но тяжеловатые. Они 5B, но я играю 5A. Поэтому беру их довольно редко. Но выглядит классно. А это самая прикольная пара, которая у меня есть. Это ручки-палочки. Можно писать и играть. Они из дерева. И хорошо пишут. Но по звуку, ну, сами слушайте. Пустоватый, правда? Ну, это игрушка. Один раз я их брал в школу, но у меня их забрали. Потому что я не смог удержаться и поиграл на уроке. Больше я эти палочки в школу не беру.